Свои прогнозы смогли сделать и наши телезрители. Сегодня мы провели опрос в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Вопрос звучал так: как Россия сыграет с Испанией? И итоги на данный момент следующие. Большинство проголосовавших считают, что счет будет разгромным. Этот вариант ответа набрал 37%. На втором месте, кстати, совсем с небольшим отрывом от первого варианта. Второй вариант ответа, он набрал 36%. Проиграем, но достойно. И 27% из проголосовавших верит в победу нашей сборной. За вариант ничья не проголосовал никто.